Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush, и сегодня мне пришла просто мега бомбическая идея в голову. Пацаны, у меня есть Scorpion Box на новом аккаунте, я сразу же его открываю, ребятки, и мне выпадает P350 Nano, анкомонка, ребята, и сегодня я постараюсь с анкомонки дойти до ножа. Ребята, если у меня это получится, то кто-то из вас заберет этот нож, поэтому обязательно смотри этот ролик до конца, чтобы принять участие. Пацаны, хочу сказать, что и итоги конкурса на аккаунт с задоначенным батл пассом и 10 тысяч голды из прошлого ролика будут на моем ближайшем стриме по Standoff 2, ребятки. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить уведомления о стриме. А мы погнали к ролику. В 2005 году один парень, Карл Макдональд, обменял обычную канцелярскую скрепку на огромный дом, ребята. И сегодня мы, конечно, возьмем масштабы поменьше, но постараемся обменять нашу анкомонку на нож в Standoff 2. Всем, ребята, желаю приятного аппетита и приятного просмотра. Это мега жесть. На GG Standoff новогоднее обновление. Добавили новые кейсы со скинами и токенами для нового ивента. При пополнении ты получишь бесплатные скины зимнего снегопада. Тебе нужно их просто забрать. А по моему промокоду ты можешь крутить бесплатный барабан бонусов и получать клевые подарки. Ну а по данному промокоду ты получишь крутой бонус к пополнению. Скорее залетай, ссылочка в описании. Так, ну шо, пацаны, сходу заходим. У нас есть P350 Nano. Я предлагаю на наш P350 Nano вот так вот возьмем, ребятки, 100 голды мы задонатим, наклеим на него наклеечки, ребятки. Ну как бы кто-то хотя бы мог найти наш P350, ребятки, поэтому 100 голды мы донатим и заходим на рынок. Ну давайте, к примеру, возьмем Nice Skill, ребята, и просто его наклеим, чтобы это было опознавательным знаком, чтобы эта наклейка была опознавательным знаком для того, кто будет ее выкупать. Вот так вот мы ее, всю. Мы идем в наш дискорд-сервер. Дискорд-сервер WTF, ребята, там мы именно общаемся с нашими подписчиками. Заходите туда обязательно, ссылочка на дискорд-сервер есть в описании. Пацаны, здорово. Здорово. Слушайте, вот такой вот вопрос. У меня есть анкомонка P350 Nano. Я бы хотел от нее дойти до ножа. Готов ли кто-нибудь обменять P350 Nano вот от меня на рарочку? Ну как это на рарку обменять? Ну вот так вот просто выкупить у меня, например, этот P350 Nano, скажем, за 2 голды. Кто готов сколько голды предложить за это P350 Nano с Nice Skill'ом? Давай 2 голды 15. 2 голды 15. А есть кто больше готов предложить, пацаны? 21 голду готов предложить? Да. 21 голду, да? Это кто, земляк Ерокса, да, предлагает? Так, я нас перекидываю тогда, братик. 21 голду ты готов предложить за мой P350? Да. Давай сделаем так. Я тебе сейчас P350 Nano свой сливаю за 0.03, а ты мне за 0.03 сливаешь, ну, какую-нибудь рарку, 100 трек, может быть, или эпик. Что ты готов слить? Что именно ты будешь сливать, скажи мне? За 20 голды и какой-нибудь 100 трек. За 20 голды 100 трек, это какой? MP7 Banana. MP7 Banana за 0.03, правильно? Окей, хорошо, давай, покупай. 15.02 будет мой запрос. Есть, это ты, да? Да. Все, спасибо тебе, брат. Как тебя зовут вообще? Меня зовут Нурбулат. Нурбулат, можешь привет передать подписчикам? Спасибо тебе огромное. Привет. То есть вот так вот с пустого места, пацаны, мы сейчас получили 100-трековскую рарочку. Неплохо, я считаю это так. Мы едем, пацаны, дальше. Пацаны, здорово. Слушайте. Раш? Ну да, привет. Слушайте, короче, ребят, снимаю. Послушайте, пожалуйста. Снимаю ролик. У меня есть сейчас 100-трековский MP7 Banana. И я бы хотел от него дойти до ножа. Кто готов обменяться со мной на более что-то выгодное? То есть кто-то готов мне что-то подороже предложить? Или сколько голды вы готовы предложить за мой 100-трековский MP7 Banana? Я могу отдать Акер Nano 100-треки с двумя наклейками. Да ты чё, серьезно? Нифига себе. Так, это кто говорит? Nightmare, да? Так, я тебя перекидываю, братан. То есть ты серьезно сейчас готов мне за мой 100-трековский Banana отдать Акер Nano с двумя наклейками? Да. Окей, хорошо. Тогда давай, сколько он стоит примерно, твой Акер Nano? Где-то 90-91 голду. То есть ты сможешь по факту сейчас мой 100-трековский MP7 Banana вот выкупить там за 80 голды, да, условно? Да. Может быть, сработает такое предложение к тебе? Смотри, я сейчас, ты меня выкупаешь голды за 30 мой банану, мою банану, и потом за 0.03 сливаешь АКР Nano свой. Да. Есть такой вариант? Но я могу у тебя купить этот 7 бананов 100-треки за... Если я продам за 100 голды, мне привезти же 80, да? Да. Я могу у тебя этот 7 бананов 100-треки закупить за 80
который. Давай, я готов, давай. Хорошо, спасибо тебе огромное. Давай, ты продай свой калаш тогда, продай свой калаш. За 72.01 выставлю, хорошо, что? Нет, можно 74.01. 74.01. 74.01, пацаны. Напоминаю, что начали мы с анкомонки, пацаны. Ладно, окей. Опа, 59.21, пацаны. Обалдеть, обалдеть. Как тебя зовут? Меня Дамир. Дамир. Ну все, Дамир, было приятно познакомиться. Спасибо тебе огромное. Можешь передать подписчикам привет. Привет всем, кто смотрит этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все, спасибо тебе огромное. Давай, счастливо. Пацаны, у нас уже есть, и учитывая вот эти вот 122 голды, во-первых, у нас по 350 нас лежит так на складе, вот оно, он остался, у нас добрые подписчики, блин, показались, ребятки. Сейчас мы идем, ребята, и закупаем какой-нибудь скин на 59 голды. Я предлагаю уже взять эпик, какой-нибудь эпик в 100 треке, в 100 треке эпик это да. Слушайте, а давайте фаб эмпарат в 100 треке, за 44 голды мы его купим с наклейкой хотган, пацаны. И сейчас пойдем торговаться. Алло, здорово, пацан. Короче, смотрите, у меня есть 100-трековский фаб эмпарат. От него я хочу дойти сегодня до ножа. Есть такие, у кого есть голда или какие-нибудь дорогие скины, которые вы можете предложить в обмен на этот фаб эмпарат? У меня 29 тысяч. Ну сколько ты готов предложить за мой фаб эмпарат? 1000. 1000 голды? Да. Ты готов сейчас у меня мой фаб эмпарат выкупить за 1000 голды? Да. Подожди, ну, стоп, я перекидываю, подожди. Алло, ты тут? Да, я здесь. Ты сейчас серьезно, ты готов за мой фаб эмпарат заплатить косарь голды? Можно и 500, не знаю. Там сколько ты готов? Ну, не знаю, можно 500, можно 1000. Точно, 500 или 1000? Давай для начала 500. 500 голды, окей, хорошо. Давай я его выставлю за 500 одну голду, договорились? Давай за 500.01. Я выставил 100 трек фаб эмпарат за 500.01. 400 голды пришло, пацаны, охренеть. Чтоб ты понимал, братик, мы просто крутанули бокс, и нам выпала анкомонка. И мы с нее уже подняли 400 голды. Спасибо тебе огромное, спасибо огромное. Ты сейчас прям сделал мое настроение. Все, счастливо. Да, секунду, подожди. Инвентарь. Скриншот скин, можем потом записать с тобой видос. А, ты трейдер? Да. Обалдеть, у меня Керголд есть, понял, блин. Не, хорош, хорош, пацаны. Я скины показал. Все, брат, спасибо тебе огромное. Давай, я тебя перекидываю. Мы с тобой еще, да, обязательно спишемся, видос снимем. Пацаны, блин, с анкомонки. Мы дошли уже. Вот она, наша анкомонка. Это еще лежит до сих пор здесь, блин. И мы дошли, пацаны, до 478 голды. Так, ну это где-то 410 голды, в общем, мы поимели. 410, 420 уже, в принципе, и анкомонка еще на месте. Я пытаюсь обменять, но никому мой не нужен. Я его, значит, ребятки, просто солю какому-нибудь челу, сделаю приятное. Я думаю, что мы можем купить какую-нибудь аркану. 100 трек 5-7 Venom. Давайте возьмем. Давайте возьмем и вот пойдем предлагать пацанам. Искать того, кто уже выкупит на большую сумму. Здорово, молодые. Короче, пацаны, снимаю ролик. От анкомонки иду до ножа. У меня сейчас есть 100 трек 5-7 Venom, пацаны. Есть вопрос такой, у кого есть голда? У меня есть косарь голды. Косарь голды, слушай, брат, готов ли ты обменять мой 100 трек 5-7 Venom на косарь голды? Нет. Не готов. Даже если попадешь в ролик, не готов? Нет. Согласен. Ладно, я понял, брат, я понял, ладно, счастливо. Пацаны, 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 пацаны. Здорово, 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 здорово. Короче, пацаны, смотрите, иду от анкомонки до ножа. Сейчас я буквально за 4 или за 3 обмена дошел до 100 трековского 5-7 Венома. Кто готов, сколько голды или какой-нибудь дорогой какой скин готовы предложить за мой 5-7 Веном? Я готов предложить АВМ спор. Ты готов мне сейчас слить 600 голды, да? Да, да, да. Так, это кто говорит? Греджи. Звук, я понял. Все, брат, я тебя перемещаю тогда. Ты готов сейчас мне пожертвовать авиком спортом, правильно? Да, с четырьмя наклейками. Так, с четырьмя наклейками! Но у меня голды нету, я тебе сразу говорю, поэтому тебе, наверное, придется этот авик спорт продать с четырьмя наклейками и выкупить у меня за определенную сумму, если ты реально на это готов, брат. Да, да, да. Все, хорошо, тогда, брат, давай, сливай тогда авик, и я выставлю Веном. О, там кто-то за 0.3. Да, вижу. Все, у меня продали, купили. Да. Сколько у тебя сейчас голды? 520. 520. Мне за 520 выставлю. Да? Да. 520.01 выставлю, нормально будет? Да, 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 да. А, подожди, я в минус так уйду, я в минус так уйду, я в минус так уйду. Выстави подороже, у меня голда сейчас есть. Сколько у тебя есть голды? За сколько можно выставить? Выстави за голды 700 максимум. 700 голды? 700 да, голды, то есть я понял, брат. Не переживай, этот нож ты сможешь выиграть. Я этот нож разыграю между подписчиками, которые сегодня набью здесь, так сказать, короче. Ладно, отлично, брат, спасибо тебе огромное. Блин, ты в ролике, можешь привет передать. Передавайте пока что я кого
Я понял, брат. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Пацаны, это дикая жесть. Я не знаю, это такая жесть. А что, если взять не аркану, а легендарочку? Легендарочку какую-нибудь на 100 треке. Вот за 170 голды, Tech 9 Fable. Пацаны, и вот так сейчас Tech 9 Fable мы дойдем как раз до ножа. Я найду, может быть, сейчас чела, который выкупит у меня его за косарь голды. Это будет жесть, это будет жесть. Здорово, пацаны. Смотрите, короче, снимаю видос, иду от Энкомонки. Да, да, все уже знают. Знаете, да? У меня есть сейчас предложение. Tech 9 Fable в 100 треке. Смотрите, короче, пацаны, скин стоит 185 голды на рынке. На ютубе? Я готов для ролика. Кто? Минато? Так, Алихан, давай, что ты там готов для ролика? Ну-ка, слушаю тебя, брат. Для контента Чармпак готов тебе. Чармпак, слить мне, да, сейчас? Да. Так, хорошо. Давай, брат, давай. И как мы сделаем, получается. Как мы поступим сейчас с тобой? Я тебе его сорю, да? За 0.03. Так, ну давай разберемся. Давай, чармпак. Я выставляю тогда запрос 490.01 поставлю. А, у меня нет столько голды, подожди, брат. Да. Давай так, короче. Ты мне сольешь чармпак за 185 голды просто. Договорились? Окей. Я, короче, беру, сейчас продаю, пацаны, смотрите. Продаю сейчас Tech 9 Fable. Да, это все логично, типа, он 185 стоит, то есть ты за свой чармпак получаешь 180 голды. Ну там, естественно, комиссия, как ты ее и продашь. Так, короче, ладно, я сейчас, у меня быстрый трейд, поэтому я сливаю по запросу, пацаны, сливаю по запросу, 120 голды, так, все, окей. Захожу, брат, я к тебе сейчас, давай, чармпак, выставляй его, я выставляю запрос, ставлю 491, а ты выставляй его за 180 голды. Выставил. Я 491.01 мой запрос, заказываю, сливай. Okay. Есть, пацаны, есть, чармпак мы получили. Спасибо тебе огромное, брат, спасибо. Нет, что, братан. Все, давай, счастливо, давай. Фух, вот тут уже напряженочка начинается. Так, у нас получается уже, если сейчас продать Charm Pack, то у нас уже 800 с чем-то голды. Пацаны. Здорово, пацаны. Кто купит Charm Pack за косарь? Ну что, у меня есть Charm Pack. Есть такие, кто готов его поменять на нож? Нет. Любой нож, пацаны. Да, главное, нет, чтобы это был нож, понимаете? Ягод. Смотрите, пацаны, короче, у меня главная задача с Хэллоуин Charm Pack обменять его, короче, на нож. Даже хлебнайте? На любой, вообще без разницы, на любой нож. Вопрос еще раз, последний раз задаю. Есть здесь тот, кто готов? Я даю Charm Pack, он мне любой нож, абсолютно любой. Есть такой? Невыгодно. Короче, тогда вопрос такой. Кто готов выкупить Charm Pack за 1200 голды? Писал бы раньше, я бы делал у тебя. Здорово еще раз, брат. О, хорошо. У меня еще есть предложение. Смотри, у меня есть сейчас Charm Pack. Готов ли ты его выкупить за 1500 голды? Для контента, вот, просто для розыгрыша, для наших подписчиков. Готов? Мне кажется, ты не снимаешь, нет? Я тебе жопу ставлю, что я снимаю. Этот ролик завтра выйдет. Мне нужно за 1500, чтобы получить нож уже с этого Charm Pack. Готов? Не знаю, но тут есть чел, который типа не верит, что ты настоящий. Я с ним общаюсь. Если я тебе сейчас веб включу, ты поверишь мне? Ну, включи, да. Хорошо, да, вот включу. Смотри, демку включил. Привет. Ты не против сейчас тогда зайти со мной в один войс, доказать чельку, то что ты правда настоящий? Хорошо. Ну? Давай так, мы доснимаем, и мы идем туда, договорились? Да, окей, давай я только у тебя за 1200 куплю. За 1200? Давай за 1250. Давай за 1300. Давай, давай, ты на повышение пошел. Давай, брат, выставляю Хэллоуин Чарм Спак за 1300.01, договорились? Давай за 1400, чтобы у меня точно был нож. 1500 выставляй. Давай, за 1500.01, договорились? А ты трейдер, да? Да, я трейдер. Давай, короче, мое предложение такое. Вот ты сейчас у меня скин выкупаешь, короче. Я вот с тобой долистаю, чтобы тебе ни одному не обидно было листать. Короче, вот эта вот Анкомоночка, с которой мы все начали, она у меня до сих пор на складе. Она с наклейкой Nice Skill. Давай я тебе в память об этом ролике ее быстренько тебе солю, и ты ее заберешь первый, хорошо? А за сколько ты выставишь ее? Да, я ее выставлю где-то за 0.18, за 0.19, чтобы ты сам ее забрал. Там наклеечка есть, просто ты долистаешь до 0.19. Есть, отлично, брат. Спасибо тебе огромное. Сейчас я доснимаю и потом с тобой поговорим. Все это хорошо. Зайди на Flipknife Arctic. Вот я тебя умоляю. Подожди, давай заходим на Flipknife Arctic. Да, зашел. Ты точно сейчас снимаешь видос? Да. Жи за 1321.90. Ты хочешь мне слить его? Да. Ты серьезно? Да, я его только что купил. Заказал. Все. Да ладно, ты серьезно? Чил! Все, да. Спасибо тебе огромное, брат. Еще
еще одна просьба. Давай. Какая тебе аркана больше всего нравится из не самых дорогих? Давай на свой вкус. Заходи на VM Dragon StatTrak. За 320.12 закажи. За 320.12. Е-003, брат, ну ты все, ты меня удивляешь. Короче, чувак, спасибо тебе, правда, огромное. Ты сегодня сделал контент, я тебе отвечаю, ты сегодня сделал контент, брат. Спасибо тебе огромное. Что, есть Epic StatTrak for BM Parrot? Надо купить его, да? Да, купи. Ты смеешься надо мной? И выстави его за 650. Охренеть, брат, охренеть. Ну все, я выставил. Я купил. Спасибо. Закажи его за 34.36. 34.36 заказал, спасибо. Спасибо, брат, спасибо. Как тебя еще раз зовут? Меня зовут Даня. Данил, да. Ребят, всем привет, подписываемся на канал Раша. Подписочку, я пацаны, и лайк под этим роликом. Ну чё, пацаны, это возможно, это вообще прям капец как возможно. Посмотрите, мы взяли, выбили B350 Nano. Все просто, обменяли его на MP7 Banana. Это раз обмен. Обменяли MP7 Banana, пацаны, на FAB M Parrot. Это два обмен. Обменяли FAB M Parrot на 5-7 Venom. Три обмен. 5-7 Venom обменяли на TAC-9 Fable. И там осталось у нас еще чуть голды. Четвертый обмен. TAC-9 Fable, пацаны. Мы обменяли на Halloween Charm Pack. 5 обмен. Halloween Charm Pack у нас выкупили за сумму ножа. 6 обмен, ребятки. Но этот нож нам слили за 0.03. И у нас сейчас с одной анкомонки буквально за час 2000 голды и вот такие вот скины. Я в полнейшем шоке. Если это не контент, то я не знаю, что тогда. Ребята, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на этот нож, вот этот вот Flip Knife Arctic, тебе нужно поставить лайк под этим роликом, досмотреть его до конца, до последней секунды, ребятки, без перемоток. Также подписаться на мой канал обязательно с колокольчиком, чтобы не пропускать новые вот такие вот крутые ролики. И оставить комментарий с твоим ID в Standout 2. Все, брат, от тебя больше ничего не требуется. Я в полнейшем шоке, это реально возможно. Мы смогли, ребята. Flip Knife Arctic за час с анкомонки. Rush был у микрофона. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Тыкайте на предыдущие ролики и на подписочку. Пока.